так серо на улице. Я уже к высокому берегу подошла. Люди гуляют. Хочу покормить лебедей. Немножко сварила капусты морской. Смотрите, как разделилось море. Вблизи бирюзовое, а туда дальше черное-черное. Сейчас посмотрим, какая температура. Время у нас 14 часов. Где-то градусов 10 тепла. Ну, сейчас воду посмотрим. Вот спускаюсь понемногу. Ближе вот уже видно. Вода 9 градусов, а воздух 15. Подключила микрофон. Ниже спускаешься к морю. Прям гудит все. Ветер слышно, как гудит. Стараюсь, чтобы шума не было. Но иногда у моря получается с таким шумом. Слышно, как ведутся работы. Ну, а я потихонечку спускаюсь. Строительные работы. Что-то там прям слышно. Стучат, гремят. Готовятся к сезону. Люди гуляют. Направо не видела. Проложили асфальтированную дорожку. А, и с этой стороны. Смотрите, видно. Только закончили, наверное. Плиточка новая, свежая. Видите, людей сколько. Люди отдыхают. Гальку, что ли, подсыпали? Здесь прошли праздники. Крещение. Птиц очень много. В этом году я не ныряла, потому что очень болела. А вот в прошлом году и позапрошлом. В общем, 5 лет подряд. Вот на этом месте. Я заходила в море. Так, ну что, пойдемте кормить птиц. Ох, как раз было. Сейчас пойду, людей. Народу очень много. Будничный день. Я открываю пакеты, они, посмотрите, приближаются. Не знаю, как у меня получится. На руку надо одеть. Нате, мои дорогие, нате! На голову только не прыгайте. Ой, ой, кошмар какой. Вы посмотрите, что творится. Ух! Атаковали меня, атаковали. Надо поснимать. Вы посмотрите, что творится. А лебеди почему-то не так реагируют. Дерутся за хлеб. Но я вот перемешала, немножко отварила морской капусты и добавила хлеба в перемешку. Ну, давайте продолжим. Хорошо, мои хорошие, нате. Так, чуть-чуть подальше. И опа! А где же лебеди? Надо к лебедям пройти.
Они скромно в стороночке. Да, я боюсь, что я сейчас кину, и лебедям не достанется. Они вот уплывают. О, видите, атакуют, как птицы. Ну, хорошо, будем считать, что я покормила птиц, а не лебедей. Сегодня очень много лебедей, очень много уточек черных, чаек. И вот эта вот птичка, я вечно забываю, как она кличется, как зовут ее. Напишите в комментариях, кто знает. Вот у нее такой красный клювик, черный хвостик. Ой, как она мне позирует, смотрите. Вот, вот эта птичка. Ныряют потешно. А теперь позируют белые лебеди. Ближе, ближе подплыли. Я покормила уже, у меня ничего нет. Наш высокий берег. Золотая бухта. Вот оттуда я спустилась. Ветер сильный. Лебедей сегодня не покормишь. Смотрите, что творится. Подойти пытается и боится. Thank you.
обошла немножко берег высокий. Вот смотрите, друзья, вот наш высокий берег, там я кормила лебедей, а здесь вот дедулечка рыбу ловил, удочку сложил, еще вот женщина стоит, рыбу ловит, закидывает. Сейчас подойду, спрошу, клюет. Наловили, клюет? Нет? Так, в удовольствие просто да, покидать? Да, сейчас опинка не клюет. Смотрите, какая граница у моря. Здесь бирюзовая, а дальше черная, прям как будто разрезали пополам. Всем пока, мои уважаемые зрители, все, кто заглянул на мой канал. Подписывайтесь, пишите комментарии. Увидимся в следующем видео.